Нынешние выборы в Мажилис проходят в непростых условиях, поэтому напомню основные санитарные правила, которые необходимо соблюдать как организаторам, так и избирателям во время голосования. На избирательном участке у входа обязательно термометрия. В случае повышенной температуры – немедленная изоляция. Маршрут от входа до ящика с бюллетенями расчерчен, так легче соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Санитайзеры на видном месте, маски, конечно, по умолчанию. Для всех без исключения. А членам комиссии их нужно менять каждые 3 часа. Кстати, все они, а также наблюдатели, сдали за день до выборов ПЦР-тест на коронавирус.